Как только захожу на дачу, сразу начинаются чудеса. Анемона какая красавица. Всегда думала, что она цветет позже. Нет, для нее, наверное, уже осень. Моя ж ты красота. Сколько бутонов, еще больше будет, наверное. А вот тут у нас еще один товарищ. Давно висит, но не до него было. А зря. Это грибок. Вот такая вот пятнистость. Марсониоз или антракноз губит не только грецкий орех, но и многие другие растения. Поражается все: листья, побеги, плоды. Начинается заболевание с пятнышка, бурого или светло-бурого. Пятна довольно часто сливаются, а пораженные листья раньше времени осыпаются. У нас все в этих листьях, они везде летят. И несут споры этого грибка по всему нашему саду. И нет от них спасения. А еще и дожди всю дорогу. Дожди, дожди, потом солнце, жара, опять похолодание, дожди, лето, вот все кувырком. Ну, понятное дело, для грибка это самое то, что нужно. Вот он и повылезал везде. Поражения у ореха очень сильные. И проблема в том, что лечить его у нас нет никакой возможности. Он растет на участке соседа, он огромный, ветки его свисают к нам, и споры летят куда хотят, куда им заблагорассудится. Что мы будем делать? Ну, во-первых, постараемся обрезать все пораженные ветки, убрать их с нашего участка, чтобы они по минимуму надвисали над дорожкой и домиком и поменьше сыпали спорами. Ну и второй момент. Нужно обработать бы их, наверное, каким-то фунгицидом. Сосед наш принципиально ничего не опрыскивает. Я покажу потом его деревья. Плоды орехов с этого дерева он не собирает. Он вообще орехи не собирает. И поскольку весь орех мы обработать не сможем, он такой огромный, да еще и на чужой территории стоит. Поэтому нам подойдет только системный фунгицид. Биологические средства защиты растений, всевозможные отвары, настои, бессильны, если возбудитель уже попал на растение. Почему именно системный фунгицид? Я читала где-то, что, во-первых, контактные фунгициды более подходят для защиты урожая от внешних источников болезней, в то время как системные препараты можно использовать для борьбы с уже существующими внутренними инфекциями. Ну, а во-вторых, контактный препарат нам не подходит. Поскольку требует тщательной обработки всего растения, а в наших условиях с таким большим деревом это нереально. Ну, а в отличие от контактного, системный фунгицид, попадая на растение, распространяется по его сосудистой системе и подавляет развитие возбудителя. Его эффективность определяется скоростью проникновения в ткани растений и почти не зависит от погодных условий. Ну и к тому же медь, содержащий фунгициды, по мнению авторитетных в области ореховодства ученых, в этом случае приборы пятнистости не работают. С этим заболеванием справляются такие системные фунгициды, как, например, Luna Experience. Этот фунгицид имеет два активных ингредиента и обеспечивает борьбу с патогенными грибами, такими как плесень, черные пятна и многие другие заболевания растений. Оба эти вещества, флоупирам и тебуконазол, в концентрации 200 грамм на литр, работают вместе против грибковых инфекций с надежными и эффективными результатами. Даже в низких дозах формула работает очень быстро. Она справляется с уже существующими заболеваниями и профилактически защищает от атакующих патогенов. Расход препарата при этой концентрации 50 мл на 10 литров воды при обработке 100 квадратных метров. Проблема в том, что данный препарат предназначен только для профессионального пользователя, владеющего сертификатом компетентности по защите растений. На некоторых румынских сайтах он есть в свободной продаже. Но понятное дело, что качество препарата никто не гарантирует. А в свободной продаже есть вот такой препарат Баймат Розенпильцфрай. Он оказывает профилактическое и лечебное действие против различных грибковых заболеваний, таких как плесень, коричневая гниль, ржавчина. И, кстати, не только на розах, но и на других декоративных растениях, а также на овощах. Это фунгицид системного действия. Он быстро распространяется в листьях после нанесения и работает изнутри.
Таким образом, имеет не только лечебный эффект, но и защищает растения в течение длительного времени. Так заявляет производитель во всяком случае. А действующее вещество здесь тот же тебуконазол, но в концентрации 25 грамм на литр. И кроме всего прочего, препарат однокомпонентный. Выводы делаем сами. А вот и до роз дошло дело. И тоже начинает появляться такая прелесть. Тот же самый марсениоз или бурая пятнистость. Грибок. Бог его знает, откуда он берется, погода ли способствует. Споры задувает, скорее всего, либо с ореха, либо еще откуда-то. И это несмотря на то, что раз в две недели мы делаем профилактику от грибковых заболеваний в паре с инсектицидными препаратами. А препаратов для лечения грибковых заболеваний роз и других декоративных растений, их достаточно много в свободной продаже. Вот, например, Дуаксо Универсаль Пильцфрай. Это новое системно действующее средство для борьбы с грибками, которое специально было разработано для защиты растений в саду. Благодаря своим профилактическим и целебным свойствам он может быть использован против многих грибковых заболеваний на фруктах, овощах, декоративных растениях. Действующее вещество препарата – дифеноконазол с системным действием. При опрыскивании он быстро проникает в лист и активно распространяется по нему. Однако, необходимо знать, что если фитопатогены уже приступили к образованию спор на зараженных растениях, то препарат может оказаться неэффективным. Но стоит учитывать, что дифеноконазол превосходит большинство препаратов по спектру действия на фитопатогены. Его фунгицидная активность стабильна в течение наиболее уязвимых фаз развития растений в начале вегетационного периода. Он обладает специфичной активностью против мучнистой росы, парши яблони и болезней косточковых, а также против корневых гнилей и некоторых других заболеваний. Поэтому препарат лучше применять для профилактических обработок или для обработок на ранних стадиях заболевания. А при такой запущенной стадии дереву нужен серьезный фунгицид. Причем не однократная обработка, а комплекс мер с серьезными системными препаратами. Вот это больное дерево соседа, о котором я говорила. Он не обрабатывает ничем свои деревья. Да и обрезку делает от случая к случаю. Вон сколько волчков наросло. Дерево загущено. И это тоже усугубляет ситуацию. Поэтому, когда я читаю в комментариях, что мы ничего не обрабатываем и все растет прекрасно, я сразу вспоминаю это дерево. Как оно мучается каждый год, сколько сил затрачивает. И сколько урожая погибает. Каждый имеет, конечно, свой взгляд на это, но я лучше буду есть здоровые фрукты и овощи. Поэтому профилактика – это наше все. А если совмещать сразу две обработки – и фунгициды, и инсектициды раз в две недели, и не загущать посадки, ну, в данном случае огурцов, то с большей вероятностью растения дольше останутся здоровыми. И вот, пожалуйста, явный тому пример. Только что огурчики были здоровые, но пропустили одну обработку профилактическую из-за дождей. И, пожалуйста, вам пероноспороз. Ложная мучнистая роса. Первые ее признаки. Если ничего не делать, то урожая мы не дождемся, все завязи погибнут. Поэтому не доводим огурчики вот до такого состояния, а сразу начинаем действовать. Снимаем урожай по максимуму, обрезаем все больные листья и обрабатываем свои огурчики. Препарат, который будем использовать, есть в свободной продаже. От фирмы Substral это Пильцфрай Сапрол для овощей. Это полностью системный препарат против грибковых заболеваний на томатах, огурцах, цукини, капустах и так далее. Он эффективен против гнили, мучнистой росы, против ржавчины на декоративных растениях. Также эффективен против настоящей и ложной мучнистой росы на огурцах и цукини. Этот препарат с системным эффектом, это значит, что он проникает в ткань листьев и действует изнутри. И, кроме всего прочего, имеет короткое время ожидания. Всего 3 дня между обработкой растения и сбором урожая. Действующее вещество препарата – азоксистрабин в концентрации 250 грамм на литр блокирует процесс дыхания грибов, что приводит к их гибели.
Он может использоваться как на профилактических этапах, так и при лечении растений от заражения грибковыми инфекциями. Использование азоксистробина не ограничивается только профилактикой грибковых заболеваний. Также было замечено улучшение физиологического свойства растений. Исследования показали, что культуры, обработанные азоксистробином, демонстрируют повышенную жизнеспособность, лучшую устойчивость к стрессу и иногда даже более высокую урожайность. Это явление известно как «зеленый эффект», придает азоксистробину дополнительную ценность, помимо его основной фунгицидной активности. А я тем временем изрядно общипала свои огурчики, стараясь не пропустить ни одного больного листа, да даже не просто больного, а хоть с какими-то признаками заражения. Это очень важно. Где-то за неделю до этого я уже прореживала свои огурцы, опуская стебли вниз. И, кстати, в то время я не заметила признаков мучнистой росы. Вот как она выглядит, чтобы не ошибиться. В начальной стадии заболевания пятна на верхней части листа могут быть не такие яркие, но с нижней части уже хорошо виден некроз. Для ложной мучнистой росы характерна такая вот некрозная шахматка на листе. Это, можно сказать, начало заболевания. И чтобы не довести огурчики вот до такого состояния и последующей гибели растений, нужно принимать срочные меры и спасти хотя бы оставшуюся здоровую часть растения. Сейчас пока внизу полно завязей. Время ожидания после обработки, как я говорила, уже 3 дня. Через 3 дня я соберу урожай и опущу стебли огурчиков вниз. Дам им подкормку, и они еще успеют нарастить вегетативную массу и дать нам огурчики. Через 7 дней повторим обработку. А это чудо-юдо на ёште называется ржавчиной. Урожай мы собрали, и теперь нужно провести комплексную обработку и от ржавчины, и от различных пятнистостей, и от той же тли. И, кроме всего прочего, подкормить удобрением с повышенным содержанием калия и фосфора. И сейчас, в данный момент, обязательно нужно использовать какой-либо из фунгицидов, уже перечисленных мной ранее. Но мы обработали фунгицидом Топаз. Это локально действующий системный фунгицид, который обеспечивает высокую защиту и борется с большинством видов плесени на растениях. Кроме прочих компонентов, он содержит действующее вещество азоксистробин 100 грамм на 1 литр. Я уже упоминала это действующее вещество в связи с препаратом Сапрол. И, кстати, он с более высокой концентрацией – 250 грамм на литр. И, в отличие от Топаз, имеется в свободной продаже в Германии. Препарат имеет хороший системный эффект против плесени, отличное проникновение в клетки растения, непромокаемый, продукт не смывается дождем даже через 3-4 часа после нанесения. Он дает не только хороший профилактический, но и лечебный эффект. А, вот еще что не сказала. Конечно, перед обработкой фунгицидом надо обязательно убрать все пораженные листья и очистить приствольный круг. Ну, а все больные части растения, листья нужно убрать с участка. И продолжая комплекс мер избавления от ржавчины на растениях, осенью после листопада необходимо обрезать пораженные побеги и сжечь их, а кусты и почву под ними опрыскать 3-5% железным или медным купоросом. Мы будем делать 3 обработки, и я обязательно расскажу о них. А эту красоту я сняла у соседа. Это тоже заражение белой плесенью или мучнистой росой. Комплекс мероприятий, которые нужно проводить с этим растением, точно такой же, как я только что описала. После сбора урожая обработка соответствующими фунгицидами, осенняя обработка железным купоросом высокой концентрации, весенняя обработка медным купоросом с карбамидом, например, и опять по новой. До цветения обработка фунгицидами, после цветения обработка фунгицидами, не трогаем растения до сбора урожая, и если болезнь задержалась, то опять повторная обработка фунгицидами после сбора урожая. Но на каком-то этапе болезнь обязательно отступит, я в этом просто уверена. И смородина у соседа тоже с проблемами. Тоже присутствуют дефициты питания, заражение какими-то насекомыми, скорее всего, ну и, возможно, дополнительная какая-то инфекция села. Трудно сказать, без детального обследования времени у меня нет это все исследовать. Поэтому я просто хочу сказать, что надо ухаживать за растениями и всегда делать профилактические обработки. Чуть пропустили, и вот такая картина получается. Любая пятнистость листьев – это грибковое заболевание.
растения, который вызывается различными видами пятнистости листьев. Из всех деревьев, которые мы посадили в прошлом году, только одна единственная вишня оказалась устойчивой к грибковым заболеваниям. Остальные все что-то да подхватили. Это, возможно, парша. Но, во всяком случае, очень похоже. Или долетела сюда бурая пятнистость с ореха. Тоже вполне вероятно, потому как на листьях может присутствовать виды нескольких инфекций. Поэтому борьбу с грибками начинаем уже сейчас. Обрываем все больные листья для начала. Убираем опавшие листья из приствольного круга и вокруг дерева. И схема лечения грибковых заболеваний на растениях всегда одна и та же. Обрабатываем после этого фунгицидом, подходящим для данного грибка, или универсальным фунгицидом широкого спектра действия. Ну а дальше осенне-весенняя обработка железными и медными купоросами. Ну, это я обязательно покажу, когда придет время. Я уже рассказывала о том, какие фунгициды мы используем для лечения каких конкретно заболеваний. Ну и сейчас пришло время показать оставшиеся препараты, которые мы используем и для профилактики, и для лечения наших растений. Вот, например, Этисо универсаль гемюзапильцфрай. Применяется против настоящей и ложной мучнистой росы, коричневой гнили, а также фитофтороза на томатах. Действующее вещество – азоксистрабин в концентрации 250 грамм на литр. Воздействие на грибок происходит немедленно при контакте с препаратом, а долгосрочный системный эффект – до 3 недель через распределение по всему растению. Препарат оказывает профилактическое и лечебное действие. Возможно многократное использование, короткое время ожидания – до 3 дней и способствует интенсивному росту растения. Чудо, а не препарат. Предложений в интернете этого препарата очень много. Цены разные, нужно выбирать. В магазине тоже он продается, но, понятное дело, слегка дороже. Следующий препарат, которым мы пользовались неоднократно, в основном в профилактических целях, это асульфаджет мельтауфрай. Этот препарат защищает крыжовник, огурцы, горох, корнеплоды, клубнеплоды, декоративные растения и виноградные лозы от настоящих грибов плесени, от мучнистой росы. Препарат дает такое защитное покрытие, которое предотвращает разрастание спор грибов и, следовательно, прогрессирование заболевания. А, кстати, лечение грибов также обеспечивает значительный побочный эффект против паутинных клещей. А действующее вещество препарата – сера 800 грамм на килограмм. Препарат и его варианты можно купить в любых магазинах, торгующих растениями, и на интернет-сайтах. Предложений реально много. Мы пользуемся. А вчера зашли в магазин, и меня заинтересовала полка с фунгицидами. Что же продают? Вот Хиофиджет от Компа. Для всех растений, которые только можно себе представить в нашем саду. Препарат борется с настоящей мучнистой росой. Действующее вещество – сера в концентрации 800 грамм на килограмм. Следующий препарат на полочке – Нетс Швайфелит. И так понятно, о чем идет речь. Препарат, содержащий серу. Ну, написано, что он борется со всеми видами плесени на растениях и, конечно, настоящая мучнистая роса. Причем на всех растениях. Купить его можно и в магазинах, и в интернетах. Так что препарат доступен. Вот еще один препарат – Армисан Пильцфрай. Чтобы быть краткой, скажу, что действующее вещество является естественным активным ингредиентом – гидрокарбонатом калия, который встречается в природе в почве. Он удаляет воду из грибковых спор и грибковых нитей, что разрушает их. Производитель предупреждает, что средство обладает профилактическим эффектом и в случае первоначального заражения может защитить от грибков плесени. Но предлагает использовать Армисан поочередно с другими агентами из других групп активных веществ. Также есть в продаже препарат Сапрол, о котором я уже рассказывала. Ну вот такой нехитрый набор фунгицидов, которые я совершенно спонтанно нашла в магазине. Большинство из них является профилактическими препаратами. И, понятное дело, вылечить грибковые заболевания, особенно в запущенной форме, они не в состоянии. А для борьбы с грибковыми инфекциями существуют профессиональные препараты, которые продаются на аграрных сайтах лишь тем, у кого есть сертификат компетентности по защите растений. Или, например, на румынских сайтах. Но в последнем случае никакой гарантии нет, что фунгицид не подделка. Ну что, есть тема для размышления?